Вопрос организации госзакупок в медицинской отрасли рассмотрели в правительстве края. В Комитете государственного заказа правительства края состоялось совещание с ведущими поставщиками фармацевтической продукции и медицинских изделий региона. Стороны обсудили проблемные вопросы участия представителей бизнеса в процессе организации поставок лекарств и медоборудования в учреждения края. Как отметил председатель Комитета госзаказа правительства края Андрей Лучин, почти 40% всех контрактов в сфере здравоохранения заключается с компаниями из центральных регионов России. Комитет в прошлом году провел более 1500 конкурсных процедур, по результатам которых было заключено 1267 контрактов. Общая их сумма составила почти 938 миллионов рублей. Правительство края заинтересовано, чтобы поставщики, зарегистрированные на территории края, активнее включались в работу. Мы готовы на конструктивный диалог с бизнесом. Многие вопросы можно решать на этапе подготовки к конкурсу, отметил Андрей Лучин. Представители бизнеса в ходе обсуждения вопроса высказали пожелания по увеличению сроков поставки медицинских препаратов. Путь лекарств от завода-изготовителя к конкретному потребителю, по их мнению, должен составлять месяц. Только в этом случае игроки фармацевтического рынка края смогут выполнить условия контракта. Зачастую необходимые объемы препаратов отсутствуют на складах предприятий. В комитете обещали решить этот вопрос. Также поставщиков призвали отслеживать планы по закупкам медпрепаратов, размещенные на официальном сайте. Таким образом, у фармацевтических компаний увеличатся шансы на победу в аукционах, так как будет возможность заранее спланировать поставки необходимых лекарств.